У Анапы, кроме моря, есть еще куча, куча достоинств и достижений. Почему никто в мире не знает, что Анапа есть свое вино? Почему никто в мире не знает, что Анапа есть шикарнейшие грязи лечебные, где содержится вся таблица Менделеева? Почему никто не знает, что в Анапе, я в свое время, может быть, кто-то знает, мы здесь, именно в Анапе, с Юрием Николаевым, возродили фестиваль детского творчества «Утренняя звезда». И в Анапе оказалось просто невероятное количество талантливых и умных детей, кстати, которые до сих пор уже спустя 15 лет мне пишут письма, и они участвуют сейчас в кастингах всех федеральных каналов, и «Голос», и «X-Factor», и прочее-прочее. Мы списываемся спустя 15 лет. Детвора просто потрясающие. Почему никто не может сказать, что Анапа – это нормальный, перспективный опыт и, как бы, и выставка того, как могут жить разные нации, успешно развиваться и существовать? Почему никто не говорит, в конце концов, что Анапа – это транспортный узел? У Анапы шикарнейшее море, у Анапы шикарнейшие терминалы могут быть, у Анапы могут быть шикарнейшие нефтеразливные, там, не знаю, какие-то бетонные, что там еще, что-то еще. Ну почему? Вот эти вопросы «ну почему?», конечно же, мне кажется, нужно ставить перед федеральным центром.